Итак, друзья, всем привет. В общем-то, сегодня, ребятки, покатушка на мотоцикле Урал. Вот. Сейчас я пробираюсь через пробку такую. Урал, конечно, не любит пробок, потому что он воздушного охлаждения, он греется быстро. Но стоит чуть разогнаться, и он охлаждается нормальненько так. Ну ты куда? Я же включил задний... Блин, поворотник был. Включи же, сзади же видно тебе, чувак. Все равно лезет на обгон, а? Вот люди. Попадос. Если видит, мотик старый, советский, да? Хрена у тебя выхлоп. Если видит старый советский мотик, люди думают, что это уже все. Значит, едет какой-то пенсионер, наверное. С камерой, да? Записывает божик. Ну да. Да для меня любой мотик по кайфу, ребят. Будь он старый, будь он новый, будь он хоть какой, блин. В любом мотике есть свой кайф. Абсолютно в любом мотике свой кайф есть. Какой бы он ни был. Будь то Альфа, будь то еще что. Абсолютно в любом мотике есть кайф. Вот мне нравится на Урале вот ездить. Можно, как говорится, что-то привезти, положить там вещички, на природу сгонять, блин. И не одному, и не вдвоем, а втроем можно съездить. Блин, прикольно. Вот в этом плане, конечно, мне Урал нравится. Вот. Правда, его нужно маленько модифицировать, чтобы он по трассе крейсерской была у него побольше, хотя бы 90. Поставить 9-ю или 10-ю пару в редуктор. И все. И нормальненько все будет. В общем, вот, ребят, я еду. Сегодня планирую такое путешествие. Надо заглушить, а то шум, блин, надоел уже мне. А если мы сейчас на автомате едем? На нейтральной скорости. На нейтралочке катимся просто вниз. На накатке. Давай на автомате будем ездить. Вот здесь вот, когда погода ясная, вид вот отсюда такой, ну прикольненький. Обалденный, да? Видишь, как тихо. Посмотри, мы куда катимся. Прямо в речку, в воду. Если что, я плавать не умею. Я, знаешь, я активирую код, как в игре, и у нас мотик будет по воде плавать. Чит-код, или как он там называется.
Это специальный против этот, как его, чтобы не размывало, наверное. Ну, я точно не знаю, я думаю, что так. Хатико? Да. Вроде бы смотрел, но очень давно, он, по-моему, старенький фильм. Блин, вода какая чистая. Я последний раз здесь был, вода прям зеленая-зеленая прям была. Вон рыбаки сидят, по-моему. А, кстати, рыбаки, смотри-ка, очень много рыбаков здесь. Если уж, блин, в Ульяновске, то когда в Волгу переезжаешь, там рыбаков у моста очень много. Нифига себе, смотри сколько. Суточка, офигеть. Да ну это и вид еще такой, блин, я знаю, где еще есть получше, да? Ну сейчас поедем. Да. Я перед выездом покушал и еды тоже взял с собой. А, ну тогда мы тебя угостим. Хорошо. Ой, да, надо выйти, блин, давай ты следишь? Да, Саша. Погоди, я тебе домой шлем сниму. Все, снимай. Ого, спасибо. Малыш, аккуратно. Прикольное место здесь вот. Вообще, я считаю, надо кататься и кайфовать. Вот прикольная гора там тоже. И, кстати, нам надо вот заехать на ту гору будет сейчас. Не знаю, сможем мы, нет, но, в принципе, и отсюда далекое расстояние. Далеко вот так вот. Нифига себе есть какой овраг! Нифига себе! Вот это жесть! Вот это, ребят, прикольный вид, я считаю, да? Лёша, аккуратно. Ты осторожней, осторожней. Да, кайфово. Вообще чётенько. Блин, по новому асфальту как приятно ехать, да? Вообще, да. Да-да-да. Нам надо попасть на ту вот гору. Я не знаю, я первый раз здесь еду. Я сам первый раз здесь. Поэтому мне тоже интересно. Камера пишет. Ну все, сейчас мы должны проехать через речку.
на моей памяти где-то должна быть здесь речка. И вот, ребята, мы должны ее переехать. Только сможем ли мы это сделать на этом мотоцикле? Это вот вопрос такой. Ну, хотя тут легковушки ездят. В принципе, на мотике-то уж мы должны переехать, я считаю. Ну, что там, трактор? Нифига себе. Это он едет? Как тихо, да? Вообще даже прям бесшумно едет трактор. Это у него эти, как они, надо завести мотик. Так, левую ногу. Так, это у него эти, как они. Ну, он что там, рожь убирает или сажает, я уж не помню. Как они называются. Нет, это он не пашет. А, это он или окучивает землю. Ага. А чем пахнет-то? Травой. Травой. Так, вот все, глушу я мотор. По-моему, там вообще речки, что ли, нету? Или там сделали уже там дорогу? Или там машину моют? А, нет, вот она, речка-то. Да она вообще тут маленькая, ё-моё. Да? На первый взгляд. Не знаю. И смотри. Проедем. Да, по-любому нам надо остановиться, чтобы, потому что если сейчас вода будет брызгаться, а движок на горячий, может быть тепловой удар. Ну там где-то вот так вот, я думаю. Ну, сейчас посмотрим, насколько она глубокая. Теперь я сошлю твое видео, посмотри. Мам, спокойствие. Главное спокойствие, да. Ну все, что? Пойдем, давай! Давай, жги, да? Саня, жги! Ой, мама! Вот это жесть! Вот это жесть! Нифига, у меня правый кроссовок вообще есть в воде. Как захлебнуло вот отсюда, и все, я промок. Прикольно, чё? Вот все, из носка можно выжимать. Так, ну теперь, ребята, мы пробираемся на гору. На ту, которую я показывал вам совсем недавно. Речку проехали, вот сейчас будем искать дорогу на эту гору. Ну точно, я не знаю, я здесь первый раз вообще.
Ну что-то я думаю, начал подразумевать то, что мы маленько не туда едем. Ага. Надо колесо маленько подспустить переднее. Да чтоб помягче было ехать. Нет, а то я вчера накачал все по инструкции. Но, блин, по факту жестко так-то. Так, погоди, не газуй, а то ты сейчас уедешь без меня с мамой на гору. Вот. На, рули. Только не газуй. Вот так, чуть-чуть прям. Вот. Давай сам рули, давай. А? Да мне наоборот так удобнее ехать, блин. Я к такой посадке привык. Держитесь, держитесь. Нормальненько, держитесь. Едем, едем. Мы едем, едем, едем в далекие края. Так, это первый поворот, значит второй. А может быть и этот. Когда же мы доедем до этой горы-то? Еще немножко остается. Вид, конечно, прикольный, да, несомненно. Вид, да, вид, конечно, вообще хороший. А так здесь должна быть речка. Ну, по идее, смотри, одни холмы, да, такие прям? Да, ну, как будто уже в горах, да? Да, блин. Ой-ой-ой. Это да, легковушек здесь точно, хотя не-не-не, УАЗика здесь по минимуму, УАЗик, нифига себе, ребята. О, проедем, да по-моему такое ощущение, что мы не проедем, не переедем эту речку, значит должен быть где-то мост. Опа,
ранетки. Да, как раз раньше, в 1 сентября мы их срывали. Ребята, кто помнит, здесь какие прям уже зрелые, блин, упали хорошие. Сегодня вот упали они, ранеточки. Блин, прикольно, прикольно. Давайте спускайтесь, не торопитесь, аккуратненько. Не, ну мы не проедем здесь, это, как говорится, это, ну, просто вообще не вариант. Чё, проедем? Да, проедем. Ну вот, на ту сторону. Ну, вот, на тот берег. Ну, не, ну ты смотри, если мы вот так вот разгонимся, и вот туда, джух. Не, ну понятно, но мы сможем перелететь? Да, перелететь сможем. Сможем, да? А если вот трамплин еще построить, то точно перелетим. Да. Ну все, тогда будем пробовать, давайте. Да, прикольно. Не подскажете, как нам на ту сторону перебраться? А что, а там дороги нет на ту сторону? Может, здесь точно нету. Ага, да. Нифига там сколько машин. Откуда же он приехал-то, я удивляюсь. Странно. Нифига тут речка. Да. Себе здесь. А, здесь, короче, нуварик. Хотя тут проезжали, смотрите, ребят. На одиночках, на мотоцикле. Вообще без проблем можно проехать. Но больше нигде нету заезда. Да, на мотиках вот гоняют. Вот такие красивые у нас места в Ульяновской области. Заповедная зона, особо охраняемая территория. Вот сюда когда-то был въезд, тут вот идут следы, есть, остались. И вернее, они даже идут вот на самую гору, следы. Вот там висит табличка, это заповедная зона, особо охраняемая территория. Здесь очень хороший вид. Есть горы, вот там самая высокая гора. Но мы уж туда не пойдем, там идти, блин, минут, наверное, 20 туда пешком. И обратно 20. Скоро уже будет темнеть. Очень красивая природа. А самое главное, хороший, чистый воздух. То, что продлит вам жизнь. Такой вот берег. Ну, что-то плавает там. Аккуратно, Орел. Рыба, что ли, или это бобер? Аккуратно. Кто плавает, Саш? Вот это да. Кто плавает, Саш? Ну, вон, вон, вон. Только валится. Видишь? Вон, вон там, да, Сань? Она сейчас прям плескалась. Это интересно. Вот бы камушек кинуть, посмотреть на ее реакцию. Давай, давай, точно. Давай, давай. Вот вы меня надоумили-то, а. Я сейчас не то, что камушек кину, блин. Сейчас кину камень. Там плавник, я вижу, там плавник. Ага, прибавила сразу скорости. А
не, смотри-ка, ей вообще пофиг, да? Ну, она немножко так посуетилась, потом замерла, вот теперь опять плавает. Ага. Интересно, кто это? Не знаю, вот не знаю, не знаю. Кругами.